И снова здравствуйте, друзья! С вами снова Валерий и снова разговор об альтернативе. Перед вами ротор с 11-киловаттного двигателя на 1000 оборотов. И, как вы уже догадались, этот ротор по просьбе владельца этого мотора мы будем переделывать под магниты. Поскольку двигатель, кстати, статор остался у владельца этого ротора, поэтому конечный результат, то есть провести тесты и проверку этого генератора, у меня не получится. Возможно, владелец впоследствии заснимет какое-то видео, и мы увидим результат работы этого генератора. Ну, а в данном случае мне нужно все это замерить, высчитать, проточить, заказать магниты, наклеить магниты, прошлифовать магниты, ну, сделать бандаж и все. В общем, кому интересно, смотрим. Погнали. Собственно, вот так вот вблизи выглядит этот ротор. В данный момент мы его отсюда вытаскиваем, промеряем, считаем, ну, в общем, подбираем магниты, которые сюда подойдут. Вот Ярослава, интернет-магазин «Магнитон». Пришли магниты для наклейки на ротор 11-киловаттного двигателя. Это все магниты, и их все нужно поклеить. Ротор 11-киловаттного двигателя патроне токарного станка. Но прежде чем что-либо с ним делать, еще раз все промеряем, убеждаемся в правильных измерениях. Потому что просто так, когда мы все это проточим, то штангенциркулем залезть и промерить такой большой диаметр не получится. Точить будем по разметке лимба. Поэтому в правильности замеров убеждаемся лучше несколько раз, прежде чем что-либо здесь точить. Делаем чистовой проход, далее разметку и клеим магниты. Ротор полностью подготовлен под поклейку. Есть разметка. Я думаю, так вот будет видно. Видим, какой широкий полюс. Здесь 6 полюсов. И полюс вот такой вот широченный. Теперь осталось этот ротор заклеить магнитами, и генератор готов. Один ряд первого полюса наклеил. Далее чередуем и клеим также по одному ряду каждого полюса. И затем, уже отбиваясь от приклеенных магнитов, клеим все остальные магниты. Так, ну вот, буквально, ну, максимум еще 5 минут, и 3 магнита обратного полюса на месте. Так, клеим следующий полюс. Каждый полюс поклеен по одному ряду магнитов. Вот видим, это северная сторона. Это, видим, светится один светодиод. Это южная сторона, северная. Южная, ну и здесь северная и южная. То есть все просто. А далее клеим все остальные магниты согласно вот этому ориентиру. Значит, на данный момент осталось доклеить 5 магнитов. То есть вот один полюс полностью готовый. Вот видим, все 12 магнитов в полюсе вклеены. А здесь в каждом полюсе недостает по одному магниту. Ну вот эти 5 магнитов. И покуда они не вклеены, мы проверим их намагниченность, проверим их размеры. Но самое главное, что я хотел вам показать, значит, в одном из комментариев был вопрос, возможно ли увеличить намагниченность полюса, если этот полюс будет состоять с наборки нескольких магнитов, сложенных один на один. Ну и вот в данный момент у меня эти 5 магнитов. И с помощью этих 5 магнитов мы проверим, насколько будет изменяться намагниченность, если это будет один магнит, либо это сложенных будет 2 магнита, 3, ну, до 5 магнитов. В общем, смотрим. Так, ну, надеюсь, так будет видно. Значит, видим 0. 0. Смотрим. Так должно быть 50. Вот видим. 50 ровно. Так должно быть 20. Ну, что сказать.
Так. 20. Вот в идеале. 20. И толщина 10. 10. Так. То есть размеры соответствуют заявленным. Вот так вот, я думаю, будет видно. Сбрасываем на 0. Вот видим 0. Меряем намагниченность. Вот в среднем 300, ну по центру магнита, я думаю, будет видно. По центру магнита 300 миллитесла. Сделаем вот так, фиксированные. И по центру вот. Вот 306. Вот видим, 306. Так. К этому магниту добавляем еще один магнит, так, чтобы они притягивались. Есть. И еще раз фиксировано. 417. Ну, то есть разница уже так, 400 вот. Так, еще один магнит. Ты уже так слышится. Так. Уже, ну, 450. Так, еще добавляем. То есть уже два магнита как бы ощутимо, три уже как бы так, не совсем особо, ну, добавляется. Так, ух, так, смотрим, что еще. Ну, уже 514, 517. То есть добавляется намагниченность. Так, еще добавляем. Так. А, уже все. Уже все. Так, еще добавим. А, нечего добавлять. Да, 5. Раз, два, три, 4, 5. Так, сейчас посмотрим. Может, найду у себя где-то такой магнит. Так, ну это поменьше магнит. Где же отыскать? Нет. Да. Есть другой магнит. Ладно, добавим другой магнит. А вот, по-моему, такой примерно. Или чуть больше, чуть больше. Или такой же. Такой, наверное. Вот. А ну. Нет, все. Остановилась. Вот буквально раз, два, три, четыре. И далее уже, то есть все по краях. Все, остановилось. Вот так вот. То есть три магнита. Ну а дальше уже четыре потолок. Давайте еще раз просмотрим. Так, давайте вот так. Раз. То есть это максимальное значение. Так, убираем. Еще раз. Так. Максимальное зафиксированное значение. Смотрим. 302. Еще один сверху. Так, нужно. Так, еще одну руку. Так. Вот. Сразу как разница 433. Добавляем еще один. И все. Ну, ну ладно, добавим так 460. Так, то есть 3 еще куда можно. Ух. 4. Ну да, 4 еще есть. Разница. Добавляется магнитное поле. И пятый. И пятый смотрим. Ну еще что-то добавил. Это по максимуму я же ищу. Максимальное значение. Так. Шестой. И все. А, нет, еще добавилось. Еще. То есть магнитное поле растет, но уже после четвертого магнита уже незначительно.
Так что как-то так. Ну вот, друзья, все магниты на месте. Получилось просто шикардосно. Осталось все вот эти щелки зашпаклевать, прошлифовать, сделать бандаж и отправлять заказчику. С помощью болгарки убираем все лишнее. Магниты прошлифовал, получилось все отлично. И сейчас делаем бандаж с вот этой стеклоткани. Да, это остатки роскоши Смирефянского стекольного завода. Насколько мне известно, нынче этого завода уже нет. Ну, у нас здесь, то есть его куда-то вывезли. Сделал бандаж, ждем его застывания. Далее обрезаем, красим и отправляем заказчику. Вот так вот ротор выглядит с бандажом. Осталось всего только покрасить. Ну вот, друзья, собственно, вот так вот и выглядит результат моей проделанной работы. Как на меня, получилось очень достойно. Собственно, осталось дождаться полного высыхания этой краски, запаковать и отправить владельцу. Жаль, конечно, что мы не сможем, ну, вряд ли мы сможем увидеть работу этого генератора, поскольку в данный момент человек находится за границей. Но, возможно, мы увидим в работе этот ветрогенератор. Вот так вот упаковал. То есть, чтобы было понятно, ну, обмотал стрейч-пленкой. Далее сантиметровый войлок, обернутый два раза. Ну, еще раз стрейч-пленка. Вот такая сорковая доска. И видим, насколько здесь магнитное поле бешеное. Это что-то. Да. Так вот, ну, только без резца он уезжает владельцу. А на этом все, друзья. Надеюсь, это видео для вас было интересным и полезным. Всем здоровья, мирного неба, побольше позитива, побольше альтернативной энергии. И до новых видео. Всем пока. Она все дрова перерубила, доскладывает. Ну и чтобы она не расслаблялась, я еще и женский мотоблок купил. Как бы, чтобы было и чем заняться.